Нет, есть только холодная вода. А вода холодная, вторая. Рома, иди сюда, иди ко мне лучше, иди к мамочке, иди сюда. Иди сюда, иди, мой хороший, иди сюда. Иди, мой маленький мальчик. Ты хороший мальчик, да? Умничка. Ой, какой ты красивый. Ромочка, да? Что ты хочешь, дистанционку погрызть или компьютер мне погрызть? Ну, вы же знаете, что я один не ем никогда. Что, Рома? Нельзя. Я не разрешаю, Ромочка. Компьютер нельзя грызть. Я тебе уже сколько раз говорила. Нельзя. Мама не разрешает компьютер грызть. Нет. Нельзя. Ты балуешься все время. Да. Мама тебя разбаловала. Нельзя. Что? Нельзя. Нельзя. Нельзя это делать. Ну то что? Кто ж потом... Что потом будем делать? Поломаешь компьютер и все. Скажи, и хорошо, да? Буду больше тебе времени уделять. Да, Ромочка? Ты, наверное, хочешь его погрызть. Ох, и Рома. Ох, и Рома. Не слушайся маму, да? Хочешь все время компьютер погрызть, да? Вот что ты хочешь? Нельзя грызть. Нельзя грызть компьютер, говорю. Ну ты посмотри, непослушный какой. Рома, нельзя. Мама не разрешает. Рома, нельзя. Нельзя это делать. Что это такое? Рома. Что, Рома? Не слушаешь мамочку? Да, иди ко мне, иди сюда. Иди сюда, я тебе почешу шейку. Иди, иди ко мне, иди. Иди, мама шейку тебе почешет. Давай, давай. Давай почешу шейку тебе, поглажу тебя. Умничка. Хороший, хороший, красивый. Давай почешу, давай перышки. Почешу Роме перышки. Умничка. Какой ты у меня хороший. Видишь, какой ты хороший. Я нашел 7 темные коржи. Должны сочетаться с темным пикником. Рома. Нельзя грызть. Нет, компьютер нельзя грызть. Я не разрешаю. Хорошо, нельзя. Ай, нельзя. Ай, что ты делаешь? Все правильно. Что ты делаешь? Нельзя. Так, ой, нельзя. Мама ругаться будет. Нельзя. Нельзя. Мама не разрешает это делать. Нельзя. Нельзя. Как тебе объяснить, что нельзя это делать? Смотри, он все равно делает. Ну что такое? Вот почему ты такой непослушный? Рома. Рома. Что это такое? Что это такое, а? Ты почему не слушаешь маму? М? Чего ты не слушаешься? Ай, непослушный такой. Рома, Рома. Вот садись на подушечку. Ой!